Слушайте-ка, ну давайте, знаете что сейчас? У меня еще много вопросов, связанных с творчеством коллектива, который выйдет на эту сцену. Например, на каком радио можно услышать музыкальные композиции коллектива, который выйдет на эту сцену? Вместе с вами. Готовы? Здравствуйте!
Здравствуйте, полярные зори. Здравствуйте, люди, которые любят отдыхать, тусоваться вместе с нами и не только. Здравствуйте всем тем, кто... О, как круто, даже наш флагман там. Спасибо, друзья, спасибо, что вы нас любите, так приятно. Ну что, друзья, сейчас будем с вами отрываться, надеюсь, несмотря ни на что. Ну и, конечно, помимо секрета группы Мураками, есть, например, песня, которую написал наш клавишник Антон 9 лет назад, а сейчас она совсем недавно вышла в новом альбоме группы Мураками «Кислород», который вышел 1 июля. Я очень много говорю только для того, чтобы мы все-таки настроили звук, и чтобы вы меня хорошо слышали. Вы слышите меня? Отлично. А гитару слышите? Раилька, покажи, ты там что-нибудь играешь вообще? Слышите его? Прекрасно. Бас-гитара Артур Каримов. Ну, сыграет что-нибудь, что-то мне. Его слышите? Слышите, да? Барабаны Эйвис Уилли. Тоже его вроде слышно. Ну, все, ну, осталось только клавишника найти, и будет все замечательно. Антон? Барабанщик-красавчик, я тоже так считаю. Антошка, ну давай сыграй, точно слышим тебя? Вы его слышите, да? Ну все, тогда мы можем отрываться. И так немножко можно почувствовать себя суперменом в вашем городе, это точно возможно. Yeah.
Спасибо. Ну, какой большой номер, вы слушаете. Ну, друзья, я думаю, что следующую песню вы где-нибудь и слышали, например, на нашем радио, да и, может быть, и не только. Я думаю, что вы ее подпоете. Есть такой маленький городочек, вымышленно называется «Дом». Или, в принципе, тем людям, кто когда-то смотрел «Ларса фон Триера», мне кажется, что это неплохой режиссер, но можно чему-то научиться. Да? Готовы? Отлично. Мы все равно продолжаем чинить. Хорошо? Готовы? Я думаю, что просто, мне кажется, когда люди поют, они становятся чуточку добрее, им становится теплее, а все-таки лето на улице. Сейчас я быстренько к вам чуть-чуть поближе подойду. Итак, у группы Мураками есть песня. Не знаю, знаете вы или не знаете нашу группу. Слышите ли ее впервые? Вообще, кто впервые слышит Мураками? Есть такие, я знаю, не стесняйтесь. Дайте посмотрю ваши глаза. Группе Мураками в этом году исполняется уже 15 лет, вы представляете? А вы первый раз нас слышите. Спасибо тем, кто не стесняется поднять руку вверх. Итак, я предлагаю нам всем вместе спеть. На радость нашим друзьям, на зло всем врагам. Будем петь вместе хором, так что вы все сейчас услышали, те, кто наверху, и те, кто там где-то прячется. Одно слово. Есть моря, есть реки, а есть океаны во множественном числе. Хорошо? Океаны. Попробуем. Океаны! Так, в ритм. Вы слышите, что у нас этих
отбивает ритм, значит нужно в него попасть. Попробуем еще раз. Раз, два, три и... Океаны! 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 Вот, наконец-то проснулись. Вот это я понимаю. Так, попробуем разделиться на две части. Эта часть у нас поет и эта. Эти против этих, как в футболе. Сейчас чемпионат мира. Посмотрим, кто кому гол забьет. Вот здесь ровно по этой полосочке, да? Попробуем. Поехали. И... Океаны! 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 Извините, друзья, они вас сделали. Я предлагаю нам собраться с этой стороны. Всем. И тем, кто гуляет где-то, кто-то делает вид, что он меня не слышит. Собраться и сделать левую половину, да? Готовы? Давайте с остальным голосом. Поехали еще! Океаны! 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 Ну, я не знаю, как их сделать. Мне кажется, что они, конечно, очень громкие. Но ничего. Сейчас мы все посмотрим. Попробуем сделать это вместе уже. Как песня группы «Мураками». Хоть она не про север, но все-таки про Урал называется следующая композиция. Готовы? Полярные зори! Группа «Мураками» представляет песню про Урал, друзья, про Урал. Разукрась глазунья по утру, когда совсем нет снов от счастья. Поцелуй соседа, если жизнь другнулась в одночасье. И бегай, гагай, гай, кто-то будет вспоминать, что было в мире. Yeah.
Спасибо. Знаете, для тех, кто любит танцевать, самое то, немножко летнего настроения, все-таки лето. Мероприятие очень хочется, ну, по крайней мере, мне, я не знаю, каком, танцевать. Поэтому следующая песня так называется «Танцы». Для тех, кто любит немножко так. Слушай ритмы внутри, больше им не надо.
полярные зори. Знаете, следующая песня была написана однажды, когда мы все в очередной раз поругались из-за музыки, может быть, и из-за нее. Ну, в общем, однажды мы сидели в бане, все одеты, представляете, все одеты, жарень. И Раиль, наш гитарист, говорит: ну что, Лагапа, пойдем песню напишем. Так родилась следующая песня. И, наверное, поэтому она немножечко даже бредовая такая. Thank you.
все с нами. Спасибо, друзья. Мы все видим. Поехали еще раз. Нулевой километр. Слова простые. Это будет любовь. И... Пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр. Спасибо, друзья! Ну что, напоследок еще одну бомбанем вместе с вами, да? Хотите? Я думаю, что что-нибудь такое танцевальное, чтобы разогреть. А то сейчас говорят, тут ребята придут танцевать, будут с вами зажигать по полной. А мы уж так по-рокерски немножко тоже дадим. Поехали! Готовились? Ну-ка, погромче!
сработали. Барабаны Эду Суины. Бас-гитара Артур Каримов. Гитара Раиль Латыпов. Клавишный бэк-вокал Антон Кудряшов. Наш звукорежиссер Ростислав Чеплин. Спасибо, Рост. Вокал Диляра Вагапова. Город Полярные Зори. И группа Бураками. Провожаем группа Мур.